На базе Российского университета дружбы народов состоялось совещание ректоров университетов-партнеров консорциума университетов России, реализующих совместную магистерскую программу «Международная защита прав человека». Руководители вузов обсудили вопросы текущего и дальнейшего функционирования совместной магистерской программы, включая согласование формата последующих встреч ректоров университетов-партнеров консорциума. Очень актуальным являются вопросы, связанные с правоприменением, практическим правоприменением и особенно защитой прав человека. Поскольку люди, которые защищают закон, это люди, которые обучаются в классических университетах, это люди с широким взглядом на жизнь, на общество, на законы этого общества. В ходе совещания был выработан ряд рекомендаций в отношении последующего развития магистерской программы. Реализовать сетевую форму взаимодействия вузов консорциума, включая синхронизацию преподавания учебных дисциплин в рамках одного семестра. Наладить обмен тематикой магистерских диссертаций, уделять больше внимания рекламе магистерской программы, в том числе через проведение публичных лекций по актуальным темам международной защиты прав человека. Плотно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека Российской Федерации, а также с уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации. Мы набросали дорожную карту развития нашего проекта. Каждый из вузов, который вошел в консорциум, вносит свой очень весомый вклад в реализацию магистерской программы «Международная защита прав человека». И очень важно то, что состоялся обмен мнениями, какие мероприятия должны проводиться, как должна идти координация деятельности в рамках нашего консорциума. Это единственная уникальная программа магистерская, которая была создана по инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации под эгидой Управления Верховного комиссара по правам человека. И это единственная программа на постсоветском пространстве, которая осуществляется именно по инициативе Российской Федерации. 9 вузов, которые объединились в этом консорциуме, являются вузами ведущими Российской Федерации. Они обучают студентов по магистерской программе по выработанными механизмы одинаковые в этих вузах. И поэтому здесь еще наблюдается первая попытка на территории Российской Федерации осуществить план мобильности как студентов, так и преподавателей. Телевидение РУДН. Новости.